Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас знаменательный день в работе садового центра Европлант. Наконец-таки пришла первая машина. Первая машина с растениями, которые все так долго ждали. Нам уже названивают клиенты, все хотят начать садовый сезон, наконец-таки сажать и, конечно же, покупать новые растения. Пока что пришла не очень большая партия, ожидали мы больше, но это очень хорошие растения, которые пришли из Венгрии и из Польши. И сейчас мы стоим у двух замечательных рододендронов. Точнее, в больших кондициях их пришло 4 штуки. Два замечательных, очень популярных сорта, которые все очень любят. Это Purpureum grandiflorum, это в Минске рододендрон, и гибридный рододендрон, который у нас называется Новозембла. Вот такие большие рододендроны. Сейчас мы потихонечку, люди пока что разгрузили машину, расставляют аккуратно растения. Чтобы сильно им не мешать, мы пройдем и посмотрим, что приехало. Приехало много-много хвойных, приехали ели, сосны, тисы. Приехали в больших палетах еще недоразгруженные растения. К нам пришла брусника и клюква уже на бутонах. По-моему, в первый раз у нас пришли такие позиции. Наверняка есть что-то интересное. Заявленные яблони, про которые рассказывала Лена Полякова, тоже приехали огромнейшие. К сожалению, пока что не цветут, но нам это в плюс, поскольку пока они спят, пускай они зацветут уже на участках людей, которые их купят. Что это у нас? Что это у нас? Что это у нас? Что это у нас? Сирени. Там приехали замечательные сирени уже на бутонах. Так, я понимаю, что это у нас Катерина Хавермейер, сорт, по-моему, лимуана, если я не ошибаюсь. Пришла из Польши, уже вот смотрите, такие жирные, хорошие, красивые бутончики. И пришла... Сейчас проедет машина, и я скажу громче. Да, у нас тут практически стройплощадка, все шумит, люди работают, горит огонь, течет вода, работают другие люди. Так, значит, это у нас сорт памяти Колесникова. Тоже вот пришли замечательные кустики, пока еще не распакованы. Вот вы можете видеть, что скоро все это зацветет. А вот здесь на первом плане пришли замечательные рябины. Так, это, понимаю, рябина вида смешанная, замечательная многоствольная, сформированные красивые кустики, уже тоже на бутончиках. Скоро это все зацветет. Пойдем дальше. Так, здесь у нас пришли тисы. Тиса пришла, тиса. Тиса пришла. Так, заново. В этот солнечный день на площадке очень шумно. Мы по-прежнему мешаем работать людям, но нам же нужно рассказать вам, что приехало. Пришли замечательные тисы, о которых нам рассказывал недавно Витя Тропченко. Тис средний, пришло два сорта. Это Stricta viridis и Хилли. Вот они здесь лежат. Пока какой из них какой, сказать я не могу. Но, наверное, в принципе, вот по кроне можно определить. У этого веточки более вытянутые, а вот этот вот такой вот более плотный. Что тут еще? Можжевельники лежат, ели, ель колючая. Вот это вот наша любимая глаука глобоза. Ни с чем ее не спутаешь. Голубая красивая елочка. Пойдем посмотрим еще, что у нас есть. Я видел замечательные желтеющие сосны. Так, это у нас пришла замечательная сосна с желтой хвоей, которая меняет свою окраску на зиму. Сейчас она еще пока желтенькая, потом она должна у нас зазеленеть. И вот здесь мы видим, замечательные пришли. Как они мне нравятся, лиственницы. Лиственницы, которые похожи на страусов. Мы сейчас пойдем их немножечко тоже поснимаем. Они замечательные вот такой вот формы. Очень красивые, классные. Пошли дальше. Yes! А вот такие могучие пришли к нам яблони Брандивайна, которые нам недавно рассказывала Лена. Я, конечно, надеялся, что они придут уже в цвету. Но, с другой стороны, это хорошо, что они еще только начали просыпаться и зацветут уже в ваших садах, когда вы их приобретете. Кондиция огромная, уже взрослые большие деревья, сильные. Надеюсь, что мы увидим их цветение.
Дальше пошли. Так, а здесь мы видим непосредственно то, что выращено отечественными производителями, не просто отечественным, а сотрудниками компании «Европлант». То, что мы делали, называлось у нас лазанья. Лазанья из луковичных. Здесь у нас посажены крокусы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Ну вот пока что вылезли только у нас крокусы. Посмотрим, как будет расти и развиваться это дальше. Ну, в принципе, тоже уже можно приобрести в таком виде и наблюдать за развитием. Пойдем к рододендронам и к клюкве. Так, а вот здесь у нас еще в палетах пришел неразгрузочный материал. Тут очень-очень много всего. Можно, к сожалению, увидеть это только, как оно погружено. Ну вот многие спрашивают, осторожнее грузите растения, аккуратнее с ними. Вы видите, как это делает поставщик в питомнике. Тут буквально все вот так вот сложено, довольно-таки страшно неаккуратно. У меня просто сердце кровью обливается, когда это вижу. Ну, должно быть все целое. Вот здесь вот есть рододендроны, возможно, якушиманские. Кстати, пришла же замечательная коллекция любимых наших рододендронов, которые Nose & Lights. Набука. Что тут еще пришло из них? Довольно много их разных. Азалии. Так, что тут у нас по азалиям? Мандарин Лайтс пришел, Голден Лайтс пришел, Носен Хайн Лайтс пришел. И еще много очень из этой серии. Так, обещал клюкву. Клюква где-то здесь торчит. Вот вижу, вижу брусника. Брусника у нас уже с цветочками. А вот, по-моему, и клюква. Это наши новинки. Посмотрим, как это будет выглядеть, когда это достанут. Со следующей машины, когда мы приедем уже на площадку садового центра, я думаю, что это будет уже красиво расставлено, и мы сможем на это посмотреть чуть-чуть поближе. А сейчас пойдемте посмотрим на замечательные елки, пендалы. Елочки инверса, елочки пендалы. На самом деле, вот для меня они все выглядят очень похоже. Сейчас пока не рискну. Пока все не до конца не распаковано, не идентифицировано, не выставлены ценники. Кстати, садовый центр открывается 17 апреля. Так что через несколько дней все это будет окончательно приведено в товарный вид и выложено. Но вы уже можете посмотреть, какие замечательные, красивые, плакучие елочки приехали. Даже с шишечками. А что еще отечественный производитель? У нас же еще есть поставка из нашего региона северо-западного. И это ваши любимые плодовые. Плодовые деревья, плодовые кустарники. Что у нас там? Косточковые, семечковые, малина, ежевика. По-моему, даже клубника пришла. Земляника садовая. Черешня. Замечательная черешня. Давно хотел посадить у себя. Черешня желтая, янтарная. Черешня-бряночка. Здесь у нас косточковые, там у нас севечковые. Молодые саженцы, я так понимаю, двух- и трехлетние, пришли у нас тоже довольно много. Большой каталог мне вручили, к сожалению, не смогу вам рассказать подробно обо всем этом, потому что довольно толстая книжечка. От смородины до крыжовника и малины. Вот вся партия ягодных. А это у нас снежный ягодник. Помните, у нас был ролик про морские террасы, где мы показывали замечательный, красивый снежный ягодник с такими розовыми плодами. Вот он к нам тоже в этом году приехал, если не ошибаюсь, аж из Венгрии. И он уже на листиках. Да, не могу пройти мимо замечательного вот этого страуса из лиственницы. Очень он красивый. Совершенно потрясающая форма. Не знаю, как в питомниках ее добиваются. Но, конечно, такое дерево станет украшением любого сада. Моя большая мечта. Ну и что? Пока что, наверное, это все, что мы можем показать, чтобы не мешать дальнейшей разгрузке и установке на места всех этих растений.
Надеюсь, что, возможно, нам Лена Полякова еще скажет несколько теплых слов сопровождающих, поскольку у нее недавно был день рождения. У нас каждый год практически так совпадает, а в этом прямо дата в дату, когда первая машина с растениями совпала с днем рождения нашего закупщика, нашего любимого шеф-байера Елены Поляковой. Ну, на день рождения обычно всем дарят цветы, а вот наших байер, наоборот, привозят их к нам. Так что вот это в честь дня рождения Елены Поляковой приехала. Все для вас. А мы всей командой нашего садового центра «Европлант» поздравляем Леночку с днем рождения. Желаем ей здоровья и счастья. Днем рождения, раз, два, три. Раз, два, три. С днем рождения! Вашими ручками. Давайте как-то последовательно. Арсений, давай сразу. Еще раз.